Так, я сейчас нахожусь на СИПе, да, вот эта трубка открыта у меня сейчас, смотри. Вот у нее реквизиты. Чик. Шлюз. Интересно, почему 10 стоит? Это, ну, не знаю почему. Шлюз. Ну ладно, это я трогать не буду, мне хрен с ним. Значит, смотри, 11.39, видишь? Здесь отключено, видишь? Здесь еще вот так вот сделан резервный аккаунт. То есть главное, что настройки сети мы с тобой видим 149 айпишник. Теперь смотрим вот сюда. Прикинь. 11.49 прилетает. Ой, точнее, этот 149 айпишник прилетает. И сейчас 11. И сюда прилетает ровно такой же айпишник. А аккаунт 139 не прописан. Какой-то глюк. А, вот. Возможно, по шлюзу что-то бьется. Ну, давай, если ты не против, я поставлю один сейчас и посмотрю, как себя поведет этот... Блин. Так, как бы мне это сделать-то покрупнее? А, наверное, вот так. Сохранить. Посмотрим, как оно будет работать. Вот. Такая вот странная штучка. Так, это еще одно наблюдение. 139-я квартира не получает айпишника. 11.39, окей. То есть смотри, что делаю. Отключаю. Хоп. Да. Отключилась от СИПа. Хоп. Включилась СИП. Далее, смотри, что делаю. Нажимаю расширение. Вызов. Пробую звонить через СИП. И смотрю, 139-я, куда придет. Не прилетает какой-то айпишник? Как будто странная фигня какая-то происходит. Потому что вот 11.39 теперь корректно отрабатывает. Вот это вот некорректно отрабатывает. Как будто какой-то баг, короче. Вот. Надо звонить на 139 и смотреть, что будет с какой-нибудь там СИП-трубки снизу. Вот. Короче, но на 139 на СИПе я поменял пароль. Сейчас тебе покажу, какой. Значит, открываю 139. Вот. Так, вот еще одно наблюдение. Прикинь, айпишник прилетел. Кажется, это баг самой АТС-ки. То есть здесь вот, вот у меня открыта трубка, да? На ней реквизиты, вот они. Да, то есть 149 айпишник. Здесь СИП такой, здесь СИП такой. Он зарегистрирован. Ну, давай попробуем, допустим, СИП выключить, посмотреть, что будет. Так, 139 до сих пор работает. 130, видишь, работает, поэтому айпишник ломится, а этот нет. Включаю. Чик. Хоп, зарегистрировалось. А этот даже не двигается. Какой-то баг. Поэтому 139-ю квартиру можно, наверное, ну, именно с СИПа снести и оставить только с 11.39. Почему такой глюк? Не знаю, с чем это связано. Притом в экстеншенах я уже все проверил. То есть, как бы, ну, как приходит регистрация, когда, вот смотри, принт-зип. А здесь у нас ABC, ну вот, допустим, SIP-аккаунт. Вот я пишу, какой у меня тут, а, вот ABC, вот пишу, ABC, 1, 2, 3. Хлоп, сохранил. Ну, можно вообще какой-то дикий пароль задать. Конечно, на 139 нет, все равно, видишь, прилетает, и 11.39 прилетает.
Странно. Не должно. Какой-то баг. Так не должно быть. Значит, ситуация решается следующим образом. Перезагрузились все SIP-серверы. Ну, понятно, что в ручном режиме их перезагружаем через команды на CentOS. Суть следующая, что после перезагрузки данный баг, он исчез, но сам по себе феномен, почему одна квартира, одна трубка SP02 Bus IP зарегистрировалась по протоколу SIP по порту 5060 на всех трех SIP-серверах. При этом на различных SIP-серверах в данном ролике это не показано. Я проверил, регистрация, она происходит, IP-адрес правильный именно в панели оператора. Смотришь, все как бы локально, все замечательно, но все вызовы приходят только на одну трубку. То есть остальные, допустим, трубки, которые относятся к конкретной подсети и у которых такой же номер 139, они регистрируются на СИПах, да, и не могут, соответственно, принимать вызовы. То есть в данном случае мы это решаем следующим образом. Если оборудование, многоабонентская панель, достаточно современная, на ней можно настроить переадресацию, да, если у нее прошивка, ну, условно назовем зеленая, то также на ней нужно прописать конкретный IP, чтобы вызов проходил не IP, SIP IP, а именно IP to IP, ну или P2P в данном случае, вот. Но даже при такой конфигурации мы видели, что есть некий баг. Вот. Рекомендую в таких случаях обратить внимание, нет ли где-то у вас пересечки по данному оборудованию, а также проверить настройки данной трубки, которая регистрируется на всех SIP-адресах. Данную трубку мы проверить не смогли, так как клиент, уже наслушавшись вызовов с разных домов, уже просто психует и с нами коммуницировать отказывается.